Меня зовут Алена Дружинина. В Варшаве живу разом со своим мужем Димой и дочкой Полиной. Приехали мы в Варшаву амаль 3 года тому. По ведомой для всех причинах, как и все белорусы, хотели куплять тут хлеб. И это было не тое, это было не смачно, и это было для нас не звыкло. И я решила попробовать спекчи сама. Хлеб, на жаль, робится вельми долго, вельми шмат процессов. Это будет один из процессов замешивания миновито. Это заварка. Для того, как хлеб был таки темный, как он повинен быть. Ну и миновито бородинский. И там каляндра так само дает смак. Новый опыт, эта закваска, как дитя для меня было, треба кормить 2 раза в день. Там это вельми, ну так, цікавый процесс. И когда я спекла первый свой хлеб, мы, напевно, первую буханку съели одразу тот же самый вечер. Это был вельми смачный хлеб. Это был смак детинства, когда идешь у краму по хлеб, идешь уже до дому и уже обгрызен весь хлеб. Это был тот самый смак. И так почали чистовать родных, тут уже живет мой брат с женкой, уже народилось и дитя. Потом, когда уже появились знакомые, так само их начали чистовать. И так мне все казали, что треба пропоновывать иншим, треба рассказать про себе. И тогда мы задумались про назву, как называться, чему черный хлеб. Это брат так мне к сидели, он говорит, черный хлеб и черная кава. То есть такая песня, напевно. И так и началось, черный хлеб, ну добро. Этот процесс вельми такой складанный, руками шмат працевать треба. Вся сила идет одразу сюда в тесто. Можно навык в селоню не ходить, напевно. Но только, а лишь когда, что только это все одной рукой. Левой рукой разом не замесишь. Але можно увидеть одразу, только замешиваешь. Что тесто любит руки. Руки не завсёды любят так долго мясить. Там стали люди писать, кто-то хотел тортик, кто-то хотел хлеб наш, кто-то хотел, что-то требовало, например, тут детям на день на родину треба какие-то присмаки принести у садик для инших деток. Я пеку сочники, и я пеку такие выпеки, они не вельми солодкие, то есть я не люблю солодкое. Я люблю солодкое, але не вельми, как оно было солодкое. И со мной все погодились за этим, так стали замовлять. А чему руками замешиваю? Бо те прилады, которые мне потребны для працы, они дорого коштуют. Мы спробовали с мужем 2 раза взять тут, купить. Но купить нема грошей столько. Хотели взять по-польску на раты. Нам раты ты не дали. И потому руками приходится робить. Бо але вельми хочу. Ну, здесь хутка Новый год. Может, Дед Мороз мне подарит. Буду вельми просить. Тогда, когда я еще только начала заниматься, я брала совсем мало грошей. Ну, за заказ. Мои самые первые гроши, это я продала белый хлеб, ну, это, может, батон, хучей, за 4 злотых. У меня там есть дымок, где я тримаю это 4 злотых в руце. Это были мои первые заработанные. Муж тогда смеялся, бо я одразу сказал, что я вельми танно это все продаю. Что это, ну, навод не цікаво, так, напевно, такие гроши, что зарабить. Але для меня это было так. Я продала первый батон в своем житті. Просто не своим людям, которые пришли для меня, бо они ведают меня.
а чужому чоловіку. Я тоді так хвилювалася. Мені там трошки лежать, я їх не тратила ні на що, на мені лежать ці гроші, можна було додати, заплатити за квартиру. І це вельми так, ну, нам сприяло там, для нашої сім'ї. Там якісь задержки є по деньгам, а тут у Лени заказ перелітає, вона робить заказ, і вже можна в магазин сходити, можна навіть і два рази сходити в магазин. Якісь торти теж популярністю у нього пользуються, ці медовики наші, білоруські, ох. Это просто чистый кайф. Тут такого нет. Вельми часто можно взять рецепт из интернета. Але бывает так, что зарабивши один раз, ничего не отремливается. Зусим. И можно просто все выкинуть. И тому приходится куплять, так, у кондитера, у пекаря, у рецепты. Все люди, у кого жены кондитеры, все мужчины, меня поймут. Это... Иногда это бывает тяжело, потому что когда работаешь на своей работе там, по 10 часов, вы приходишь домой, и миксер, который там что-то взбивает, может раздражать. Но как бы в тот же момент я отношусь к этому спокойно, потому что она тоже должна чем-то заниматься и реализовывать себя. Как бы моя помощь была только в том, чтобы попробовать сказать «да, да, нет, нет». На что похож? На этот хлеб или на этот хлеб? У нас отримався такий хліб. Порівновані з мас-маркетом, він, звісно, виходить дорожчим, але все ж таки, тут якісні продукти. Це праця моїми руками. Це особливі такі йдуть там складники, які не додають в мас-маркеті, за кошт чого інший смак. І у Польщі нема такого хліба. Є подобні, але такого близько, до якого ми привикли в Білорусі, нема. Він не може коштувати дано, бо це хліб, яким навіть моя душа, до якого я прийшла сама, який я вельми шмат чого додала собі і розпрацьовувала трошки рецепт під себе. Це було вельми смачно, нічого лишнього там не було. Клієнти частіше за все білоруси. Їх це вельми тішить, вони вельми задоволені, що це менавіта білоруське, що це білоруськими руками, хоч і зроблене у Варшаві. І вельми задоволені, коли на білоруській мові. Вельми часто клієнти пишуть одразу по-русски, а потім в кінці дякую, я вельми задоволена, все вельми було смачно. І це так вельми подобається. Ось я маю інстаграм, сторонку веду на трьох мовах. На білоруській, на русській, на польській, щоб усім було зрозуміло. Якраз сьогодні мені прийшла замова на 4 буханки хліба і на сочники. Завтра хоче клієнтка усе забрати. Добрий день! Я прийшла забрати замовлення. Як вам останній раз? Дякую. Було все вельми смачно. Ви писали, що з'їли його вельми хутко, так? Так. Ну, супер. За один процес. Супер, добре, дякую велике. Дякую, до побачення. Приїхала з Мінська, з Білорусі. І так само давно живу в Варшаві. Час від часу хочеться такого білоруського чорного хліба. Давно шукала, не могла знайти чогось подобного. І вельми рада, що споткнулася на тому сторонку в інстаграмі. І тепер від года замовляю у Алены. И тому мне это вельми подобается, и стала постоянной клиенткой. Будущее – это пекарня. Возможно, не одна, возможно, какая-то сеть. Именно по этим рецептам, по которым делает Лена, и по технологии, которые делает Лена. Я хотела бы открыть именно пекарню, как не пекчи это все на кухне. Каб гэта было не ў кватэры, каб гэта можна было ўсё афіцыйна зрабіць, усе дакументы былі ў парадку. І людзі прыходзілі б не да мяне ў кватэру щосьці купіць, а прыйшлі б ту ў пекарню. Но для гэтага не хапае грошай, напэўна так. Бо ўсё ж такі, хоць я і пяку штосьці зарабляю, але гэтыя грошы не такія вялікія, каб можна было штосьці нават адкласці для гэтай пекарні. Чорны хлеб і гарбата, спадарожнікі, заводы, а мы все шукаем счастья, что зовется свободой. Чёрный хлеб и гарбата с подорожником.
роботы, а мы все шукаем счастья, что завет за свободой. Може, 20 років тому я почав вчитися тут, у Швеції, у мистецькій академії. І працюю як мастак. Такий активний, так само мастак тут, на рівні з усіми іншими мастаками. Виживання для мастаків не так легке, навіть тут, у Швеції. Хоча є фонди, є можливості знайти, але ж з моїх колег практично усі мають другу роботу. Звільнення України від окупанта. I Charkiv i Ukraina har sex människor dödats i en robotattack. Jag довольно давно живу в Швеции, мне довольно складано уживать белорусскую мову, так само по уже прошёл той час, коли я думал по белоруську або російську, а він по англійську. Зараз усі думки усе по шведську, то трохи білоруський уже отримується як замешний язик. Я і моя подруга Елен Бікстрем, з якою ми живемо, мешкаємо довго, давно і працюємо разом і часом. Ми приїхали тут у Стокгольм і робимо виставу, яка називається у перекладі «Последні новини з війни побач з тобою». Вистава має фокус об війні, захватницькій війні в Україні. На матеріали того, що відбувається зараз, ми здіймаємо питання, як медіа освітляють війну, що відбувається в мистецтві. Це не вистава, де тільки показуються роботи, вона інтерактивна. Ті перформанси, які ми робимо, я не активирую выставу каждый день. И для нас важно отрефлексовать те подеи, которые отбываются не только на войне, не только там, в Украине, а лишь что отбывается тут, у нашем шведском гражданстве. Например, такие важные дискуссии об том, как Швеция досылала зброю, а лишь и самолеты, военные самолеты до Украины. Это такие вельми важные вопросы для шведской сведомости, бо для шведов было вельми важно долгий час, что Швеция нейтральная страна, что хотя и Швеция один из крупных экспортеров зброи, тем не меньше старалась Швеция не экспортировать зброю там, где живи конфликт. Так? Змена парадигмы отбывается. И амаль не існує громадської дискусії об этом. Навіть коли більша частина громадська згодна з тим, що да, ми повинні допомогти Україні і так далі, і ми повинні дослати ці самоліти, але ж цієї дискусії не відбувається, то коли цей демократичний процес забирається від громадства, то у цьому є більша ризика. Белорусская повестка вельми цікава для шведов, потому что шведы воспитаны на таких идеалах солидарности. Шведам вельми цікава, что отбывается у ваколе, у свете, и яны отчувают отказность за это. Особливо за демократичные процессы. Бо демократичный строй, який існує, это либеральная демократия, это не даденное, и за это нужно тримать очи открытыми. За это целый час потребно следить, активно удельничать. Ну, много параллелей, навод языковых параллелей есть. Протестантизм у культуры наклал великий отбиток. И не высовываться, так и шведский лагомбро, нормальность такая, она есть. Стриманность, эмоциональная стриманность, например, есть. Народ так само стиплый. Я люблю Стокгольм вельми. Тут існує масса натхнення з того, что Стокгольм вельми интернациональный. Здесь много культур съезжают. Зрозуміло, не только туристов, а людей, которые приезжают, мастаков. Моё любимое место – это Слюсон. То есть такая динамика людей, которые
заняты своей працей. И вид есть со скалы, Мосебакен, тоже так само оттуда можно, то можно увидеть целый Стокгольм. Вельми приятно. А у меня тут половина життя в Стокгольме прошла в Академии Мастерской. И это Хепсхольмен, там тоже модерный музей находится. Так. Я меркую, что без мастерства немагчыма будучыня. Без мастерства нема надеи на будучыню увогуле. Ну и тогда можно выбирать, жить с будучыней альбо жить у безнадейности. Чаго не стае на новым месцы нашим героям? Что им там падабаецца, а што не? З якімі стэрэатыпамі пра беларусаў яны сутыкаюцца? Адкажуць ужо зараз. Беларусы добрыя людзі. Беларусы гэта тыя, хто заўсёды знайдзе нават у вельмі цяжкай сітуацыі выхад для сябе і нават мажліва самы найлепшы. Беларусы спазняюцца. Што мы не дабіліся таго, чаго, напэўна, павінны былі дабіцца. Свабоду. Пераезд у новае жыццё, магчымасць да новае жыццё. Усе краіны патрэбны для Беларусі, спецыяльна, асабліва вакол Беларусі. Ці магу адказаць так, што якую я б хацела, каб была краіна сябра? Ну, напэўна, Польша. Бо яна для мяне цяпер бліжэй. Чаго я баюсь? Усяго баюсь. Банально. Ой, боюся, что не буду иметь магчимости бачиться со своими родными. Я не боюсь быть банальным. Не боюсь заставаться у Польши. Ну, я, до речи, я переехал в Швецию, я не думаю вертаться. Коли изменится улада, я, можливо, так сдарится, что я не звернусь на завсёды, але я хотела бы туда ездить спокойно. Не отчувать безнадёжность. Верить. Верю, что что-то отрывается лучшее.